Да тут, знаешь? Архисаны. Здравствуйте! Лимера. Так, друзья мои, добрый день, всем здравствуйте. Я бы попросил вас сейчас плюсиками обозначить, слышно ли нас и видно ли нас хорошо. Вот, плюсик есть. Отлично. Один. Только один нас видит хорошо, как я понял, все остальные нас не видят. А, вот, уже двое, значит, это уже прекрасно. Друзья мои, мы с вами сейчас находимся на берегу прекрасного залива. Вот, настроение абсолютно солнечное, погода замечательная. Меня зовут Дионис, я представляю компанию Belion. Мы являемся DMC по всей Греции, имеем офисы, как вы знаете, практически на всех главных направлениях туристических. Рядом со мной Далида. Далида Варда последние несколько лет представляет интересы таких прекрасных отелей, как Domus of Elunda, Domus Norus на нашем с вами рынке. То есть рынок Восточной Европы. Она, кстати, выучила русский, вот, будучи урожденной критянкой. То есть она родилась и выросла на Крите, но тем не менее говорит на русском. В чем вы убедитесь в скором будущем? Но сейчас я бы хотел предоставить слово вот этому прекрасному юноше, который стоит за нами. Это директор отеля Domus of Elunda. Он хотел нас поприветствовать обязательно, и вот мы пользуемся его гостеприимством. Калимея, доброе утро. Welcome to Domus of Elunda, to sunny Domus of Elunda. The season has started. We'll be waiting for you. Enjoy your webinar. And I hope to see you in face here. Окей. Okay. Okay. Мы вас ждем. Да, прекрасно. Большое спасибо Христу. Ну что ж, друзья мои, я надеюсь, что вы видите, где мы располагаемся. Для того, чтобы вы сориентировались, я потом немножечко пройдусь с камерой и покажу вам. Ну вот сейчас тоже даже. Вот посмотрите, какой пляж. Видите? Да, абсолютно. Прекрасно. Потрясающе. За спиной у меня, точнее говоря, за моей лысиной, вот, видите, красуется остров. Спиналонга. Да, Спиналонга коронует меня этот остров. Спиналонга, остров, который является одним из главных экскурсионных объектов здесь, на территории всего фактически района, да, области Ла-Сити. То есть это такие районы, как Айос Николаус, Элунда и Плака, вот где мы с вами находимся. И огромное количество туристов ездит каждый день для того, чтобы посетить эту очень красивую, очень мощную такую крепость. Это впечатляющее очень зрелище. И Спиналонга является тем самым объектом, который каждый день, каждое утро, каждый вечер видят отдыхающие отеля Domus of Elunda, завтракая или там принимая, выпивая прекрасные коктейли в ресторанах или в бич-баре этого отеля. Вот. Что из себя представляет этот отель? Историю отеля, о том, сколько там номеров, какого типа номера и так далее, нам расскажет Далида, и потом мы с вами будем немножко обсуждать, в принципе, весь продукт, который есть здесь, потому что все-таки Domus of Elunda это не единственный отель, который принадлежит компании, да, господин Спанос, владелец компании, он владеет еще и отелем Domus of Norus, располагающимся в Хане. И кроме того, под управлением есть еще новинка такая, на острове Корфу, отель Domus Мирамаре, да, это очень такая интересная новиночка, о которой мы расскажем в июле месяце. Вот, друзья мои. Ну что ж, Далида, мы тебя слушаем, да, внимательно. Здравствуйте, доброе утро. Мы находимся в Domus of Elunda. Наша гостиница, у нас нету стандартных номеров, у нас только сьюта, вилл и резиденции. У нас очень большие номера. Все виллы, все резиденции с частным бассейном, с прекрасным видом на море.
а все сьюты либо с бассейном, либо с джакузи на свежем воздухе. Также у нас есть 4 ресторана. Греческая кухня, средиземноморская кухня. Вот здесь на первой береговой линии у нас прекрасный ресторан. Здесь свежая рыба, морепродукты, очень вкусная еда. Также в этом году мы добавили перуанская кухня и, конечно, суши, азиатская кухня, куда без суши, да? Да, конечно, куда же без суши в Греции, да. Так, можно начинать отсюда, наш пляж, это единственный натуральный песчаный пляж в регионе. Видно, что здесь у нас есть эликовое дерево. Вот смотрите, вот я вам покажу, как это все выглядит. Видите этот пляж? Это, ну, на мой взгляд, самый такой огромный, гигантский просто плюс этого отеля. Наличие вот этого вот пляжа. Очень часто, общаясь с коллегами, я сталкиваюсь с тем, что многие даже не знают о том, что здесь настолько хороший, комфортный пляж. На самом деле, посмотрите, вот детишки, да, взрослые, люди различных возрастных категорий спокойненько купаются, заходят, песчаный, мелкий вход, очень комфортное море. Есть и зоны, только для взрослых, да. Семейные зоны и VIP-зона. Ну, за счет того, что у вас большая береговая линия, то есть у отеля тут многие сотни метров длится вот этот пляж, и, соответственно, он разделен и на определенные зоны. Пляж песчаный, еще раз повторюсь. Натуральный песчаный пляж, это очень важно. Да. И отель находится совсем недалеко от пляжа. Я вам сейчас покажу, сейчас сделаю небольшую демонстрацию того, где мы располагаемся в принципе. Вот я прогуляюсь сейчас с камерой, и вы посмотрите, да, как это все выглядит. Смотрите, друзья мои. Вот. Видите, за мной пляж. Да? Вот этот вот пляж, он, видите, как длится? Очень далеко, это такие участочки, да, молы небольшие, которые, ну, типа волнорезов, но в принципе тут они не нужны, потому что волны здесь никогда не бывает. Вот вид на Спиналонгу, соответственно, тут вот островок напротив есть, очень такой недалеко, вот туда с удовольствием на лодочках катаются, плавают. И кроме того, сам отель. Вот посмотрите, пляж, ресторан, видите? И выше вот как раз здание отеля. То есть отель, в принципе, располагается, да, за оливковой рощей. То есть оливковая роща разделяет отель от пляжа. Прогулочка очень комфортная. Кто не хочет, допустим, гулять от отеля к пляжу, тот спокойненько может абсолютно заказать транспорт, и этот транспорт приедет сюда и заберет, ну, как они называются? Клабкары, да, клабкары. А, кстати, нам еще принесли тут, посмотрите, какое угощение. Да. Прошу заранее меня простить, но вот посмотрите, какие излишества здесь нам представлены. Ужас, да? Это вот такой welcome для нас с вами. Я очень жалею, что вас здесь нет. Вот. Мы вас ждем. Да, ну мы всегда вас ждем, конечно. Вас и ваших клиентов. В отеле. Кстати, мы будем разыгрывать, даже не разыгрывать, а в принципе это все полностью зависит от вас. Такой вот приз. 3 бесплатные ночи, 3 дня, да, проживания в любом из 3 отелей компании. Кто дом может? Софилунда, да. Дом Софилунда, дом Снаруз. Семейный отель, дом Снаруз, это только для взрослых. Да. И дом Змейномаре тоже только тоже для взрослых. Тоже adults only, да. Так вот, кто может выиграть эти 3 ночи? Тот, кто забронирует неделю проживания в этом отеле. Да, в отеле «Дом Софилунда», неделю проживания. И как только гости, которых вы забронировали, выселяются, то есть делают чек-аут, моментально будет объявлено о том, что именно вы являетесь
победителем и имеете право на вот эти вот три бесплатные ночи проживания в каком-нибудь из этих отелей. Так что, друзья мои, дерзайте. Я очень надеюсь, что у вас есть такие клиенты, которые бы с удовольствием приехали и отдохнули в этом прекрасном отеле. Вот я, например, здесь очень и очень хорошо провожу время и, в самом деле, с сожалением уезжаю отсюда. Вот. Мне сегодня нужно уже перемещаться поближе к нашему офису в район Ираклиона. Вот. Ну, что поделать, работа, работа. Сапожник без сапог. Вот. Так что вот так вот, друзья мои. Относительно того, что из себя представляет этот отель, конечно, немножко сложно вам сейчас все это слушать, потому что мы сделали все сейчас для того, чтобы вы не смогли нас внимательно слушать, а думали о том, что вот какое замечательное море, какой прекрасный пляж за нашими спинами. Поверьте мне, меня тоже очень смущает то, что за мной вот так вот мягко шепчет море. Да, и настрой абсолютно, абсолютно такой нерабочий. Ну, что поделать. Вы знаете, что сейчас сезон, и нам надо работать. Это первый, кто забронирует. Первый. Вот вопросы пишите, да, вот в чате. Я, первый, да, я буду периодически прерываться на то, чтобы ответить на вопросы. Первый, кто забронирует неделю, еще раз повторяю, первый, кто забронирует неделю проживания в отеле Дом Софелунда. Как только гости, то есть вы забронировали, мы объявляем, что вот такой-то человек забронировался, вы выигрываете, да? Но получаете эти три ночи в тот момент, когда происходит чек-аут этих гостей. То есть они прожили хотя бы неделю, вот тогда уже делается, соответственно, подтверждение вашего проживания. Так что, друзья мои, ждем и очень надеюсь, что буквально в ближайший час уже кто-то из вас выиграет. Вот. Так, сейчас более подробно для гостиницы чуть-чуть. Можем сказать, что у нас есть 118 номеров. В общем, огромная территория. Это 10 гектар. В следующий год мы добавим новые номера, но это еще не наверное, об этом рассказать. Наши прайсы на базе полупансиона, это значит все сьюты на базе half-court. А все виллы и резиденции на базе Dine Around. Также все клиенты, которые бронируют виллы или резиденции, у них есть какие-то преимущества. Они наши hot living guests, клиенты высокого уровня жизни. И у них есть персональный менеджер. У них тоже есть... Ямас. Как работать, как? Да, вот как работать. Сложно. А что поделать? Греция — это не только работа, это больше отдых, друзья мои. Так что присоединяйтесь к нам. Розыгрыш прошлого вебинара. Смотрите, позапрошлый вебинар, посвященный Амаде, мы уже разыграли. На сайте у нас есть как раз и видео розыгрыша. А прошлый вебинар, посвященный Минус Beach Art Hotel, он будет размещен или сегодня, или максимум завтра. Вот. Так что ждите, очень скоро вот этот вот розыгрыш поместят. Хорошо? Вот. А сейчас вот давайте продолжим. Да. Для вилли резиденции у нас есть менеджер. У них есть VIP-гостиная, где круглосуточно все бесплатно. Закуски, такие вкусные коктейли, шампанское, вино, кофе, круглосуточно все бесплатно. Конечно, у нас есть... Шампанское. Если говорить о шампанском, то вот... Ваше здоровье! За ваш сезон, за ваши успехи, друзья! Ямас! Да, с утра шампанское. Классика. А также, у нас есть очень хорошая бонусная программа для наших агентов. Ты это знаешь, надеюсь, что вы тоже это знаете. У нас есть, и мы вам всем отправляем ссылку. Зарегистрируйтесь, добавьте все ваши брони, и вы
вам начисляются баллы, и вы выигрываете бесплатный отдых в любом гостинице дом. Дом Жуверлюнда, дом Жнуруш или дом Мирамаре. Также у нас есть наша бонусная программа Deluxe с настоящими подарками. Вы делаете бронь. За каждую бронь свыше 15 тысяч евро мы вам дарим Apple Watch. Свыше 25 тысяч евро мы вам дарим iPad. Каждый раз, когда вы работаете с вашим iPad, вы думаете о Талида, Дионисис и наши прекрасные отели дом. И за каждую бронь свыше 40 тысяч евро мы вам дарим iPhone. Самый новый, последний iPhone X. Хотите, хотите 8 Plus, хотите... Какой вы хотите? Samsung 9, 9, какой вы хотите? Ну, я бы Samsung предпочел, конечно, потому что... Я привык к Android, но, честно говоря, да, Samsung, Sony предпочитаю. Прекрасный аппарат. Ну, не будем об этом. Так вот, друзья мои, то, что говорила Далида, да, если говорить о отеле в принципе, я вот жил в отеле в прошлом году, в сентябре месяце, и вот сейчас уже пожил, и нужно признать, что, конечно, сам район, он очень сильно отличается от всего того продукта, который есть на остальном Крите. Можно смело говорить, что Элунда – это абсолютно unique location, да, это место, где располагаются самые лучшие отели Крита. Конечно, в Греции есть еще, да, районы, где есть хорошие отели. Это Миконос и в Халкидики тоже есть несколько отелей, которые тоже можно смело причислять вот к этому уровню, да. Но Элунда на фоне Крита, она, конечно, резко выделяется. Все вы прекрасно знаете такие отели, как там Элунда Бич, Элунда Пенинсула, Дайос, я не знаю, там Сент-Николас Бэй и так далее и тому подобное. Domes of Elunda как раз входит вот в это вот ожерелье, да, прекрасных отелей, которые знают, что такое хороший сервис, что такое высокий уровень клиентов, потому что когда общаешься тут с людьми, да, в простом общении выясняется, что это врачи, это архитекторы, это люди искусства, это, то есть, в самом деле публика очень и очень такая, очень интересная, очень яркая. И в Домсе, вот пожив, может быть, даже то, что Domes of Elunda является частью Мариотов, да, это тоже добавляет вот свои какие-то плюсы, потому что есть же определенные стандарты у того же самого Мариота, который требует там, и, соответственно, я вижу, что уровень оснащенности номеров, он очень высокий, очень. Просто номер, в котором я живу, представьте себе, что там есть даже стиральная машина. Вот. Хотя, конечно, сложно представить ситуацию, когда нужна будет стиральная машина мне, допустим, да, потому что все-таки есть прекрасная прачечная, услуги, консьерж-услуги в отеле. Но, все резиденции с стиральной машиной, конечно, для гелянтов. Да, резиденции. Вот я сделал одно короткое видео, записал на этой самой вилле, и в ближайшем будущем размещу видео на своей странице, которое как раз вот будет показывать, что из себя представляет вот эта вот резиденция, да, с двумя спальнями. Это абсолютно потрясающее размещение, очень-очень-очень классное и комфортное. Да, эти резиденции наши самые новейшие продукты, они были строены 2015 года, очень новые. Аня Ямас, Аня, классно у нас, да, в самом деле. Большой привет Минску, Аня. Давно не виделись, давно. Я вот, к сожалению, последний свой приезд в Минск не смог никак вот урвать хотя бы 15 минут для того, чтобы увидеться с тобой и с супругом. Вот. Но большой привет Минску, очень надеюсь, что у вас тоже такая вот хорошая погода. И, ну, конечно, моря у вас нет, насколько я знаю, из курса школьной географии. Ну вот, для этого есть мы. Приезжайте к нам. Приезжайте. Так вот, продолжим об отеле. Продолжим, да. Самый маленький, вот какой самый маленький? Как самый маленький номер, это премиум сьют.
который я проживал в прошлом году. Это 85 квадратных метров. Это двухкомнатный номер. То есть самый маленький номер в отеле — это 2 комнаты. Да, обязательно могут разместиться там до 3 человек. Джакузи в ванной комнате, помнишь? Да, джакузи в ванной, да, джакузи на балконе. На балконе, и да, там бассейн. Есть два варианта. Бассейн или джакузи. Потом у нас есть сьюты с двумя спальнями, где могут разместиться до 5 человек, 2 плюс 1. И потом у нас наши вилли и наши резиденции. Наши большие роскошные номера. У нас это вот которые двухэтажные и которые, да, эти лакшери вилли, которые, да, возвышаются на 4 углах, да, курорта, да, с видом на залив Мирабелло и на Спиналонга. Да. И наши частные резиденции, там была реновация в марте, двухэтажные вилли. Это чувство там, дом Италия, дома. Там тоже сериальная машина, там тоже полностью продаваемая кухня. Там это дом. Бассейн, сад, парковка и наши luxury residences, роскошные резиденции, там, где ты сейчас. Где я живу? Да, да, да. Ага. То есть я живу по-буржуйски, получается, да? Ах-ах-ах. Ах-ах-ах. Ну, видите, дело в том, что в самом деле этот продукт новый, да, вот эти вот резиденции, они еще не распробованы многими. Потому что факт остается фактом, что когда речь идет о том, что они были построены в 2015 году, то, естественно, сейчас мы только вступили в 18 сезон. Да? Получается, что, в принципе, многие из вас не видели, что из себя представляют эти самые резиденции. Поэтому я вот и решил записать вот этот вот короткий видеоролик для того, чтобы, знаете, каким-то образом передать вот эту вот атмосферу. Конечно, у меня руки неумелые. Я абсолютно не оператор и ни в коем случае не претендую на то, чтобы это был какой-то высокохудожественный ролик. Но просто я пытался передать вот именно то, что является очень важным для нас. Это знание архитектуры номера, как что расположено, насколько просторные спальни, наличие там вот этих вот ванных комнат, душевых кабин, бассейнов и так далее и тому подобное. Поэтому зайдите ко мне на страничку в Фейсбуке, я это все размещу, и я думаю, будет интересно посмотреть. Для профессионалов всегда интересно посмотреть новый продукт. Вот. Да, и эти резиденции с тремя или четырьмя спальнями. А, есть и с четырьмя спальнями? С четырьмя, там могут разместиться до 9 человек. Большие номера, большие. 4 спальни? Да. 9 человек – это семья, это такая семья, прям… Семья или группа друзей. Староверы такие, прям, да, которые вот там много детей. Все вместе. 9 детей. Да. И там прекрасные. Виды в самом деле. Да, я вот, 24 часа в сутки, потому что это огромная территория. У нас есть вертолетная площадка, теннисная, корт, фитнес-клуб на открытом воздухе и… Ну, без багги, да, без вот этих вот клабкаров сложно будет, потому что все-таки территория очень большая у курорта. Это, в самом деле, такой по-настоящему большой резорт, да, очень знаешь, зеленый, очень много зеленых насаждений. Mm-hmm. Идешь вот все время в тени, все время так красиво, красочно, яркие краски. Вот, то, что нам нравится, на самом деле. То есть, уважаем природу. Да, 50 оттенков греческого, как говорят. Да? То есть вот зеленое, синее, вот это вот все такое красивое, яркое и насыщенное. Так что, друзья мои, настоятельно рекомендую. Сейчас я бы хотел уделить короткие такие промежутки еще и двум другим отелям, которые у вас есть. А потом мы опять вернемся к Домсу, потому что многие ведь подключаются, выключаются, то есть для того, чтобы опять-таки основной продукт тоже вот уделить ему время уже под конец. Да? Расскажи нам вот о других двух. Да, Норуз. Норуз рядом с Ханьёй, я там жил. Вот. Скажи, жил? Да. Я жил там с супругой. Как он открылся? Это было 2 года назад, да? Да, в июле 2016 года. Да, вот я жил там в сентябре. Вот он в июле открылся, я жил в сентябре 2016 года. Отель, ну, он в самом деле очень такой, очень красивый у него дизайн, очень красивые комфортные номера. Это отель
только для парочек, да, он принимает только взрослых. 16+. 16+, да. Ну, в самом деле, вот мы с супругой по-настоящему насладились этим номером, потому что у него и локация потрясающая, он находится прямо на берегу моря, очень красивая, красивая бухта. Она очень напоминает, кстати, вот эту вот бухту, с единственным отличием, только то, что это в противоположном острове, противоположном направлении острова, да, в противоположной стороне, то есть рядом с Ханьей. Мы сейчас, да, 5 минут от Ханьи, мы находимся в 5 минутах от Элунды, от Айос-Николауса тоже очень близко, 10 минут от Айос-Николауса, а вот Норус, он находится в 5 минутах от Ханьи. Ханья, вы знаете, город потрясающий. Ханья, да. Ханья, это сказочный, да, город. Считается самым красивым городом Крита. Да, это... Крит тоже один из самых, да, здесь. Там прекрасные пляжи. Там Элафонисы, единственный розовый пляж Европы. Да. Здесь еще на Багамах, по-моему. Mm-hmm. На Багамах еще. Да-да. Багамы, Австралия и вот Элафонисы. Элафонисы. Розовый там, у нас есть Палос, Рамбуша, Превели, Ушильо Самарья. И, конечно, сам город Ханьи – это многокультурный. Там атаманская архитектура, греческая архитектура, венецианская архитектура, да, и многоцветный. Там шоппинг высокого уровня, кафе, ресторан. Все есть там. Идеальная альтернатива для Миконос и Ибиза. Так, такое место Ханьи. Наша, да, гостиница. Очень тренди. Тоже тренди. Да, да. Уже выиграли приз за дизайн. У нас очень, очень стильный отель. Там тоже такая, такие куполы, потому что это же наше имя Дромжевый Люм, да, Дромжевый Люм. У нас есть такие куполообразные крыши. Тоже бутик отель, 83 номеров. Ветерок не задувает микрофон? Вам хорошо слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики или минусы. Если плохо, значит минус. Если хорошо, значит плюс. Дует. А, Марина, спасибо. Вот, значит, поддувает, да, немножко мешает. Ну вот, видите, к сожалению, минус вот этого вот наличия вот такой вот точки, это то, что мы находимся на непосредственно на море. А когда вы находитесь на море, всегда есть вот этот вот эффект палубы, корабельной палубы, да, то есть это всегда есть такой небольшой бриз. Поэтому вот мы сейчас сидим здесь, нам очень комфортно, нас обдувает ветерок, нам приятно, да, погода потрясающая. Ну вот я вот подумал, что, конечно, наверняка вам микрофон чуть-чуть поддувает. Ну, извините, что уж поделать, это вот нюансы островной погоды такие, что на море всегда немножко есть небольшой бриз. Вот. Так что вот так вот, друзья мои. Домсов Нору. Да, Ханья, да. Это, мы уже сказали, вы только для взрослых. У нас есть номера на первой береговой линии, прямо выходом на море. Это, конечно, тоже есть спа. Используем продукты Elemis. Сома спа. Сома на греческом значит тело. Здесь тоже сома спа, там тоже сома спа. И, конечно, фитнес-центр, персональный тренер и очень вкусный, очень вкусная еда. Там тоже греческая и средиземноморская кухня, рыба, мясо, морепродукты. И прекрасный суши-коктейль-бар, потрясающий вид, и там закат тоже сказочный. Там ты знаешь, ну, что да, это да, выход, да, да, все, да, да. На самом деле, вот место, которое пропитано романтикой, потрясающий залив, очень красивый островок прямо напротив, очень такие яркие, насыщенные краски, рядышком в шаговой доступности огромное количество всяких таверн, ресторанов, очень красивое побережье, можно там совершать моционщик, просто вот побережье такое непрерывное, знаете, вот гуляете по песочку босиком вообще без проблем.
Вот. То есть очень-очень комфортно там. На самом деле, вот арочка, это место, я даже не представляю этот отель, если бы он работал в формате там семейного отеля, да. На мой взгляд, вот очень правильный выбор, концепт того, что он работает только вот со взрослыми. Пары, романтика, красота, фитнес, это вот все то, wellness. Что... Wellness, да, все то, что подает как раз дом Снорус. Если говорить о новинке, то это вот на Корфу, да? В середине июля. Да. Это гостиница, пятизвездочная, тоже делюкс. Только для взрослых. Минимум возраст 16 лет. Это историческая гостиница. Да. Это принадлежит у нас еще. Там он отдыхал вместе с Марией Каллас, Джеки Оу. И многие знаменитые люди там отдыхали. А сейчас принадлежит шейха Катара. И мы управляющая компания. Это будет на, прямо не на первый берег, а более на море. Да. Вот тоже это нюанс тех самых отелей, которые строились еще тогда, во времена Анасиса. Да? То, что все здания строились прямо вот буквально на песке. Да? И в самом деле там тот продукт, который сейчас будет представлен вот в середине июля, это абсолютно потрясающий отель. Это тот отель, в который влюбился шейх Катара, да, и он купил его себе, вложил огромные просто сумасшедшие какие-то деньги в реновацию, отель перестроился, и он такой яркий, красивый, богатый, да, роскошный такой отель. И то, что Домс взял его под свое крылышко и под свое управление, это еще один повод говорить о том, что в самом деле это будет очень хороший, качественный продукт. Ну, так что, друзья мои, ждем середины июля, и с середины июля мы будем, не расслышал название, Домс Мирамаре на Корфу. Это южная часть Корфу, если знаете, вот недалеко от Марбеллы он будет находиться. Есть же Марбелла Корфу отель, и вот недалеко от него как раз... На южная часть, да, южное побережье, юго-восток, скажем, острова. И именно там будет располагается этот самый отель. Домс Мирамаре. С середины июля на Корфу. Это вот новиночка, которая... Корфу обрастает все новыми и новыми отелями, и это радует. На самом деле там то, что в этом году открылся Икос, в этом году вот, пожалуйста, новый продукт Домс Мирамаре, Анксана, тоже новый продукт на Корфу. Это все позволяет говорить о том, что Корфу тоже становится потихонечку таким полноценным делакс направлением. Потому что раньше мы знаем, что были только грекотели, и все, и на грекотелях фактически история заканчивалась. Вот. Марбелла есть, да, Марбелла Корфу тоже хорошая такая качественная пятерочка. Так что, друзья мои, Корфу тоже становится, повышает свой уровень. И это радует, потому что в самом деле спрос на Грецию очень высокий, спрос высокий со всех абсолютно рынков. И если говорить о том, что, к примеру, массовый туризм, он немножко проседает, да, если говорить, допустим, о российском рынке, он проседает за счет того, что Турция открылась, да, и, соответственно, массовый рынок немножко он сейчас вот, не знаем, похрамывает. Да, некоторые даже операторы там снимают свои рейсы, снимают свой полет. А вот в люксовом сегменте, наоборот, происходит рост бронирования, спрос очень высокий. Мы уже на сегодняшний день сделали тот оборот, который мы в прошлом году сделали за весь год. Вот. То есть это показатель того, что в самом деле лакшери-сегмент очень сильно растет. И ожидаемый рост вот у нашей компании в этом году это 47%. То есть мы вот буквально 4 дня назад провели статистику, посмотрели, прогнозы составили, и вот получается, что где-то 47% у нас будет рост. Это очень хороший показатель, это показывает, что в самом деле лакшери-сегмент в Греции
пользуется очень высоким спросом. Поэтому мы вот и пытаемся представить те самые продукты, которые интересны, потому что, знаете, за все это время у меня сложилось такое четкое убеждение, что DOMS как продукт, его немножко недопонимают, да, и немножко критично к нему относились, говорили, вот я, допустим, разговариваю, а у них же пляжа нет. А вот это что? Лучший пляж региона. Да, то есть да. Это, вот часто у меня было такое там, да, вот разговариваешь, говоришь, а вот там, допустим. Натуральный пляж. Да. А у них же пляжа нет. Вот. Вот это, да, роскошный, очень комфортный, это шикарный пляж. Да, это мы видим только часть, конечно, да, и пройтись по этому пляжу нет возможности, потому что он очень большой. Он реально, ну нет такой линии Wi-Fi, которая бы нас, знаете, поддерживала на таком большом протяжении. Так что... Так что у нас есть очень... Все наши услуги персонализированы. Ты это чувствовал, да. Да. Это в самом деле... Все персонализировано. Я вот хотел бы еще некоторое время уделить такому моменту, как кухня отеля, да? Поговорить о ресторанах, которые есть в отеле, потому что здесь есть несколько ресторанов. Тут есть вот этот вот ресторанчик Топос, который вот он, да, вот он там дальше виден, вот, такой рыбная таверна, и эта самая таверна, она рыба, морепродукты, потрясающая абсолютно рыба, я вот вчера там обедал. Ну, нужно признать, что и блюда... Фотки тебе. Да, фотографии на моей странице, есть, кстати, да, есть. Винная карта тоже очень... И винная карта, да, потрясающая абсолютно. Вина, очень хороший выбор. Вот в этом плане молодцы. То есть, если там шампанское, то правильное шампанское. Если розовое, то это там вот прованское розовое, да. И анжуйское есть, кстати, тоже для любителей. Белые вина, там... И Новая Зеландия, и Франция, и все что угодно, да, там красные. Ну и, конечно, самые лучшие, вот отборные греческие вина. Потому что в Греции тоже есть очень хорошие сорта, достойнейшие абсолютно, которые могут поспорить с любым таким знаменитым и известным сортом международным. Да, допустим, тот же самый Sauvignon Blanc, к примеру, от Ктим Альфа. Он для меня на вкус, он не то что ничем не уступает, но он даже лучше вот этих вот знаменитых савиньонов долины Мальборо, Новой Зеландии. Он в самом деле очень-очень крут. Гурме итальянский ресторан? Да, гурме итальянский ресторан, в котором мы первый вечер ужинали. Да. Потрясающее впечатление. Бленд, да? Бленд, я правильно произношу его название. Бленд. Это ресторан, который находится вот в резиденциях, да, то есть вот новая часть, такой, в дальней бассейн, части отеля. Наш новый бассейн, наш семейный бассейн, 800 квадратных метров, огромный семейный бассейн с пресной водой. Там есть пульбар и наш новый ресторан Бленд, да. Итальянская гурме кухня. Я впечатлен подачей блюд, сами блюда, оформление. Вкус. Я попробовал пескандрицу, то есть это рыба, которая чрезвычайно сложна в приготовлении и фактически является таким, знаете, это блюдо, которое, по которому можно проверить кухню всего ресторана. И она была приготовлена потрясающе. Это было очень сочно, очень вкусно и насыщенно. Вот. Хотя зачастую многие делают ошибку и сушат это блюдо, да, эту рыбу очень легко высушить, вот, так что, друзья мои, на самом деле на уровне. И есть еще ресторан суши, азиатская кухня, перуанская кухня, да. В этом году мы добавили. Ну, перуанская кухня — это тренд, да, в этом, да, и в этом году, и в прошлом году это вот перуанская кухня пользовалась спросом везде, и насколько я знаю, все те отели, которые скажем так, уважают себя. Они обязательно заботятся, да, о перуанской кухне. Так что, друзья мои, вот. Так, у нас есть наш главный ресторан, вот там. Да, главный ресторан, да, вот он, вот у витрины видны. Потрясающий вид.
еще раз, чтобы вам видно было, где отель находится. Видите? Вот. Совсем недалеко. Такая, это наш... А, вот это вот наш как раз... Солош. Да. Солош, это значит, на греческом, значит, купола? Купол, да, купол, купол, солош. И там буфе, завтрак, да, завтрак шведский стол. И каждый вечер у нас разные тематические вечера. Шведский вечер, итальянский вечер, испанский вечер, мидлист, много-много. Прощай много. Печень вечер называется. Чтобы нашим клиентам не было скучно. Испытание для печени. Да. Вот. Обильные возлияния. Кстати, нам принесли столько напитков всяких разных. А, вот. Да, у нас тоже такой кашин коктейль. Да, есть еще коктейль, но я, наверное, предпочту арбузик. Это коктейль есть? Да. Яма. Вкусно? Сейчас наямасимся и все, и вот в лёжку на лежаки. Вкусно. Вот. Спуск к пляжу по тропинке. Это не тропинка, это дорожка. Очень широкая. Есть клабкары, можно спокойно на клабкаре приехать. То есть, если, допустим, номер находится далеко от пляжа, да? А тут часть отеля, она расположена достаточно далеко от пляжа. Потому что там приватность. Хотя, да, потому что там приватность, там вот резиденции, которые, да, виллы такие большие, они расположены вот в дальней части отеля. И оттуда, соответственно, конечно, зачем ходить, нет необходимости. Клабкаров тут очень много. 24 часа в сутки. Да, и вот, соответственно, спокойненько берут клабкар, приезжают прямо на пляж. Ну вот, дорога широкая, комфортная, то есть это не какая-то, знаете, тропиночка, по которой там тесно и некомфортно ходить. Это прогулочная зона, там зелено, там сад, там это очень приятно. Также у нас огромная территория, 10 гектар, больше. Знаете, я говорю, что у нас не чувствуется, что у нас столько народу, потому что мало людей. Но, ну, да. Как бы есть люди, но... 99%. Сегодня мы были у нас. Я живу рядом. Приятель, Вилли, это тоже наше... На тебя номеров не досталось, да. Да. То есть, на самом деле, я еще раз говорю, что спрос очень-очень большой на такой хороший продукт. И мне очень жалко, что, на самом деле, наш сегмент, да, это вот страны бывшего Союза, они... Немножко не настолько сильные позиции занимают вот в этом отеле. И это очень для меня это прискорбно, потому что в самом деле продукт очень достойный. Да, и мог пользоваться намного большей популярностью. Здесь очень большое количество и англичан, и американцев. Да, то есть вот я вот слушаю постоянно вот этот американский акцент. Да. Немцы, да, немецкие клиенты, много разных, очень разных языков постоянно звучит, смешанная такая культура. Хотелось бы, чтобы и наши гости тоже здесь вот, больше отдыхали вот это вот потрясающее пляж. Потому что на самом деле приехать в Белугу и быть не на пляже, а на таком комфортно. Мы вот вчера тестировали вебинар, да, и в самом деле через час буквально после тестирования настрой был такой, что не хотелось уже ничего делать, не хотелось двигать вот даже пальцем, да, абсолютно. То есть абсолютно такой релакс, аморфное состояние души и тела. Просто хотелось вот упасть на какой-нибудь лежак и заснуть, и отдохнуть, и успокоиться. На самом деле очень настраивает на отдых вся атмосфера здесь. Так что вот так вот. Вопросы есть какие-нибудь? Давайте. Ну, пожалуйста. Я вам уже озвучивал, какая... Бриз постоянный, это подветренная сторона острова. Друзья мои, пляж, залив Мирабелла известен тем, что
здесь никогда не бывает волны. То есть это как раз вот особенность всего вот этого района, Элунда, Плака, да, то, что здесь гарантированно человек, да, человек, если вот это вот максимум, то, что вы видите, вот это максимальный, максимальная степень волнения, которая возможна на этом. У нас есть защита, там тоже это страшно. Да, дело в том, что со всех сторон защищен отель, да, то есть есть вот островки, есть с другой стороны это гора, которая защищает, то есть, соответственно, здесь очень комфортно. Вот таких вот каких-либо волн и волнения в принципе не бывает. Ветер, еще раз повторяюсь, бриз только, то есть очень-очень легкое дуновение, которое не чувствуется, да, то есть если, допустим, мы возьмем, к примеру, возьмем лепесточки, вот, посмотрите, да, видите, вот легкое подрагивание, а лепесточек, он очень легкий, то есть вы понимаете, что в самом деле это вот как раз квинтэссенция такого идеального сочетания погодных условий, да, которые можно где-либо вообще на Крите встретить. Крит, его северный берег, да, известен тем, что очень часто бывают волны. Вы знаете, что в районах, допустим, там Гюргиополис, там, или Рефимно, или там еще где-то, да, часто бывают волны. Да, если начинается, поднимается ветер, все, там, к вечеру поднимается волна. Здесь волны никогда не бывает. Вот в этом самый кайф. То, что человек купается с первого дня по последний день. Он постоянно купается. Вот это вот самое такое потрясающее абсолютно вот в этом заливе. Да? Еще раз повторяюсь. Районы Элунда и Плака никогда нет волны. Вот. Не только в этом отеле, но и все другие отели этого района, они вот известны тем, что здесь волны нет. Отличие от этого отеля в том, что у него вот такой просторный пляж. Понимаете, и тут еще лежаки не только, я не знаю, видно вам или нет, лежаки располагаются не только на пляже, они еще и там в тени деревьев, вот в этой роще тоже огромное количество лежаков. Да, и прямо в тени оливковых деревьев расположиться, да, и почувствовать себя каким-нибудь там таким героем пасторальной истории, знаете, там, расположившись под оливой, вот, мечтать о какой-нибудь прекрасной нимфе, ради бога. Дальше там есть и наш Ичкиу, там тоже. А, да, кстати, да, на противоположной стороне пляжа, да, есть VIP, такой Beach Club, очень интересный. VIP-зона, она отгорожена, такой заборчик даже. Да? Резиденции. Да, да, да. То есть те, кто проживает в отелях высокой категории, есть своя зона. Не коктейли, абсолютно отгорожены. Так. Спинолонгу видно, я думаю, хорошо, да, видно спинолонгу? Вот, как раз сейчас, вот, видите спинолонга? Там сейчас как раз видны корабли, если присмотреться, вот те самые корабли, которые приплывают из Айос Николас. Вот они как раз и есть те самые переходчики, да, наших душ к этому потрясающему месту. Вот, друзья мои, еще один нюанс. Я совсем забыл сказать, что через в апреле он закрыт. Когда он открывается? В конце марта. В конце марта открывается? До конца октября. Начало ноября. Она стоит. Очень хорошая. Дети. Сейчас вот видите, да, дети купаются. То есть, если дети купаются, это значит, что море теплое, что море прогрелось. В апреле море вряд ли будет очень теплым. Вот. Это обещать очень сложно. Мы нашли нашу
бассейн подогреваемый. Да, ну бассейн. 15 мая они бесплатно подогреваются. Да. А дальше уже нет необходимости, потому что нету смысла. Сейчас 28 градусов температура воздуха. 28 градусов это уже, сами понимаете, что очень комфортная погода. Температура воды 22-24. Уже. Да, уже. То есть, соответственно, ну, нормально. Конечно, в high season, то есть июль, август, вода очень сильно прогревается. И фактически. И в сентябре. Да, и в сентябре она очень теплая. Да. Крит это единственный остров, на котором купалась моя теща. Это такой вот показатель того, что в самом деле она очень любит теплую воду. Вот. То есть это... Тут в самом деле, вот мы, допустим, жили некоторое время на Косе, она на Косе не купалась. Потому что там вот очень много участков таких, там вот в районе Кардамина, допустим, где холодная вода. Даже в августе выше 24 не прогревалась вода. Здесь вот. А здесь нет, 28-30 градусов прогревается. Да. То есть очень теплое такое, до состояния парного молока. Также очень важно для вас, чтобы вы знали, что мы всегда, я всегда на связи. 24 часа в сутки. Если что-то, звоните, пишите. Я вам уже сказала, что наши услуги персонализированы. Все, что вы хотите, просто спросите, мы это делаем. И мы вас обязательно ждем. Да, вот посмотрите, видите, люди катаются. Тут кораблики, катерочки. Да? То есть Козец тут такой. Очень так люди активно катаются в этой части залива, потому что в самом деле тут очень красиво, тут много таких точек, селфи-поинтов. Я даже помню наверху, да, когда селфи-спот, когда заселялся в отель, и меня пригласили там, ну, здесь заселение происходит в таком формате, то есть приглашают там в бар, садишься, угощают напитками. С этим вот. Видом? Да, бар. И вот вид потрясающий, то есть, ну, ресепшн же находится вот наверху, и, соответственно, вид абсолютно такой панорамный, очень красиво. Вот. И смотрю, там площадка такая стоит с какими-то отпечатками ног, думаю, что это такое, подхожу на надпись «Селфи-спот». И в самом деле вот там становишься самая идеальная точка, да, для того, чтобы все оттенки синего, то есть оттуда, да, там и бассейн видно, и вот море, и все очень-очень красиво. Вот. Так, друзья, есть еще какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, потому что у нас осталось всего минут 5, поэтому хотелось бы не упустить ничего, вдруг у вас какие-то еще вопросы есть по поводу этого отеля. Елки-палки, вот в самом деле, вроде май месяц, да, но на самом деле чувствуется, что в полную мощь, да, в полную мощь уже идет отдых, уже люди отдыхают, наслаждаются морем, потому что на самом деле очень ёжно, очень комфортно. Вот кто-то писал, но я смотрю, передумал, да? А, Марина, да. Вам спасибо, Марина. Я вот спасибо. Заметил, что вы участвуете во всех наших вебинарах, слушаете, прислушиваетесь и всячески нас поддерживаете и тот продукт, который мы представляем. Большое вам за это спасибо, конечно. Вот. И да, я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы вот уделили нам целый час внимания. Друзья мои, запись этого вебинара, если кто-то из вас захочет освежить там свои познания и ту информацию, которую мы подали об отеле Domes of Elunda, запись вебинара будет размещена на как на Profi Travel, так и будет размещена она на наших страницах и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и на нашем сайте. Вот, так что сможете посмотреть его также и в записи. Да, если вдруг что-то упустили, потому что многие из вас наверняка подключились там позже, выключаются, потому что сейчас, как я понимаю, работы очень много, и, соответственно, нет возможности уделить большое внимание, да, для
вебинара и сидеть целый час. Я это прекрасно понимаю. Большое вам спасибо за терпение. Мы с Далидой будем с вами прощаться уже, потому что в самом деле мы передали практически все то, что хотели вам передать, рассказать об этом прекрасном продукте. Спасибо. Успехов вам, хорошего сезона. Приезжайте и спешите бронировать. Еще раз повторяю, тот из вас, кто забронирует первым неделю проживания, тот и получит 3 бесплатных дня на выбор. На базе полупансиона даже? Да. Да, давайте делаем так. В любом, да, в любом из отелей. Дом Жубелюнда, дом Жнурушнаня или в нашем дом Жмирамаре. Мы вас все. Ждем ваших клиентов. Все ваши клоны можете добавить в нашем дом Leaders Club. Я вам сейчас добавлю наш... Вот здесь. Подожди. Я тут на русском сейчас сделаю, на английском. На английском? Да, вот. Здесь. Да, правильно? Domes Leaders Club. И, конечно, всегда скопируйте можете... себе ссылочку, да. И, пожалуйста, мой email сейчас. Да, напиши вам... свой email тоже. Ledra Hotels and Villas. Ledra – это компания, которая как раз и является владельцем всех этих отелей. Домс Офелунда, Домс Норунс, виллы потом, Приядес. Сентидо Лунда Блю. В сентябре откроем Каза Кукханя. В общем, размахнулись. Динамично. Очень динамично. Да. Прекрасно. Ну мы что ж. Мы вас ждем. Спасибо за внимание. Спасибо за время. Всего доброго. Солнца вам и успехов.